Ровно 30 лет назад произошло одно из важнейших для Твери событий. 17 июля 1990 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу, а вместе с ним и области, были возвращены исторические наименования. По случаю памятной даты в пятницу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошел благодарственный молебен. Принять участие в богослужении пришли десятки горожан. Место для молебна было выбрано отнюдь не случайно. Соборная площадь и воссозданный на ней Спасо-Преображенский кафедральный собор имеют для столицы Верхневолжья особое значение. Именно здесь, к слову, крестился святой благоверный князь Михаил Тверской. Как отмечают в Тверской епархии, в событиях, связанных с возвращением города его исторического имени, отчетливо прослеживается связь между исторической и духовной жизнью нашего края, которая не прорвалась даже в самые тяжелые времена. С этим согласны и тверичане, которые приняли участие в благодарственном молебне. Это вот исконные традиции, да, возвращение тех традиций, которые были ранее, в том числе и духовные. Вот, наверное, это самое главное, потому что история – это одно, но она неразрывно связана с духовной стороной. Мы же не можем жить, как Иван родства не помнящий. Это наши корни. А корни – это то, чем дерево живет. Это очень важно. Вообще, я всегда хожу в церковь. Спасибо Богу за все.